Лозинский Никита, Центр искусств казачьей культуры, преподаватель Чумакова Марина Петровна. Дипломом первой степени награждается Сванидзе Мария, Центр искусств Рахманинова, преподаватель Афиногенова Людмила. Дети, сейчас календарики, что там у нас закончились. Я, наверное, буду продолжать, а вы потом... Кому не дам сейчас календарика, вы подойдете, хорошо? Или подождать? Нет, сейчас. Дипломом первой степени награждается Шакарян Карен. Дипломом первой степени награждается Боровенская Елизавета. Центр искусств Рахманинова, преподаватель Рыжкова Наталья Юрьевна. Молодец! Дипломом первой степени награждается Гугасарев Ирина. Центр искусств Балакирева, преподаватель Макарова Елена Викторовна. Дипломом первой степени награждается Палова Ева. Центр искусств Рахманинова, преподаватель Егубович Ольга Александровна. Также дипломом первой степени награждается Нежнова Елизавета. Центр искусств Ковалевского, преподаватель Шмарева Татьяна Николаевна. Переходим к третьей возрастной категории. Дипломом четвертой степени награждается Крайнева Елизавета, Центр искусств Рахманинова, преподаватель Рыжкова Наталья Юрьевна. Дипломом четвертой степени награждается Киселева Ольга, Центр искусств Рахманинова, преподаватель Якубович Ольга Александровна. Дипломом четвертой степени награждается Генералова Зоя, Центр искусств Рахманинова, преподаватель Афиногенова Людмила Леонидовна. Дипломом третьей степени награждается Топоркова Анастасия, Центр искусств Балакирева, преподаватель Койко Анна Арамовна. Дипломом третьей степени награждается Гукалова Екатерина, Центр искусств Чайковского, преподаватель Ирина Владимировна. Дипломом третьей степени награждается Баранова София, Центр искусств Рахманинова, преподаватель Якубович Ольга Александровна. Дипломом второй степени награждается Максимова Виолетта, Центр искусств Рахманинова, преподаватель Якубович Ольга Александровна. Диплома второй степени награждается Кошевая Валерия, Центр искусств Рахманинова, преподаватель Рыжкова Наталья Юрьевна. Переходим к дипломам первой степени. Дипломом первой степени награждается Узбекова Лейла, Центр искусств Рахманинова, преподаватель Якубович Ольга Александровна. Дипломом первой степени награждается Мелехова Наталья, Центр искусств Ковалевского, преподаватель Шмарева Татьяна Николаевна.
Дипломом первой степени награждается Губкина Ася, Центр искусств Рахманинова, преподаватель Абитогенова Людмила Леонидовна. Дипломом первой степени награждается Богданова Валерия, Центр искусств Рахманинова, преподаватель Людмила Леонидовна. И осталось у нас два диплома. Гран-при награждается Рыжов Кирилл, Центр искусств Балакирева, преподаватель Макарова Елена Викторовна. Еще у нас есть один диплом гран-при. Естественно, им награждается вокальный ансамбль «Улыбка». Центр искусств Рахманинова, преподаватель Рыжкова Наталья Юрьевна. Сейчас мы несколько слов дадим сказать нашему гостю, председателю нашего жюри, Помазкину Игорю Геннадьевичу. Потом мы, наверное, послушаем наших гран-пристов еще раз. И в заключении останутся преподаватели на 5 минут. Я очень люблю город Шахты. И очень люблю наших маленьких и уже повзрослевших артистов. Мне всегда очень приятно слушать то, чем вы занимаетесь. Потому что это, наверное, очень нужно и очень важно. Вы несете такую радость и в наши сердца, что после этого конкурса еще вот отголоски на несколько дней хорошие. Я очень люблю бывать здесь у вас на ваших конкурсах. Я увидел такую одну особенность, очень хорошую. Во-первых, это то, что ансамбли ваши стали петь гораздо чище, гораздо лучше, гораздо приятнее просто вот моему лично уху и моему сердцу. Что касается репертуара, молодцы, тоже стараетесь подбирать песни. Ну, может быть, не все, но во всяком случае есть такое уже старание подобрать песни, которые, в общем-то, подходят детям прежде всего. Это тоже очень хорошо. Конечно же, чувствуется работа руководителей, потому что этот конкурс, я не помню, как он раньше назывался, но этот конкурс вырос. Выросли вы, были маленькие, стали выше. Я имею в виду рост ваш творческий. Конечно, все это приятно отметить. Тут большой вклад и руководителей, и родителей, конечно, тоже. Ну и то, что касается детей, они все очень у вас красивые и чрезвычайно талантливые. Мы думаем вообще в проекте сделать, вот, разговаривая с Еленой Викторовной, думаем о том, чтобы встретиться у нас в столице Донского казачества, в городе Новочеркасске, и сделать вот такой совместный концерт наших талантливых детей. Это было бы очень здорово просто. Еще раз я вас поздравляю с этим праздником. Для меня это большой праздник, праздник песни. Ну и желаю, чтобы вы меня почаще приглашали, во-первых, на ваши праздники, потому что это действительно очень здорово. Во-вторых, у меня написано, это не реклама, у меня написано очень много новых песен, и я с радостью готов им поделиться с вами, с детьми и с вашими руководителями. До новых встреч. Спасибо вам за ту радость, которую вы подарили сегодня. Рыжов Кирилл с песней «Оглянись вокруг».
Yeah.
Спасибо.